Владимир Путин закон о митингах не подписал. Президент России затянул подписание поправок к законодательству о митингах еще на 2 дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал «Коммерсанту», что решение будет принято скоро. Эксперты работают, и он сам смотрит, не нарушает ли закон права и свободы граждан, отметил Песков. Серые зарплаты хотят подвести под тюремный срок. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий серьезно ужесточить ответственность для работодателей, которые занижают в бухгалтерской и налоговой отчетности размер зарплат своих сотрудников. Соответствующей инициативой выступила Воронежская областная дума. Как пишет BFM.ru, в законопроекте предлагается штрафовать работодателей за выплату зарплат сотрудникам без отражения в бухгалтерском или налоговом учете на сумму в 20% от иначисленного дохода. Кроме того, депутаты настаивают на расширении перечня правонарушений, за которые генеральный директор и главный бухгалтер могут быть привлечены к уголовной ответственности. Их предлагается либо штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, либо арестовывать на срок от 6 месяцев до года. На бездействие или волокиту судебных приставов можно накляузничать. За 5 месяцев текущего года на телефон доверия в Ханты-Мансийске 350487 поступило 8 сообщений. Как пишет портал Югра.Информ, в основном граждане жаловались на бездействие со стороны судебных приставов исполнителей, на невзыскание алиментов, невозможность получения информации по исполнению решения суда и тому подобное. Все обращения были признаны обоснованными. Нарушения устранены, заявителям даны разъяснения и рекомендации, сообщили в пресс-службе Управления служебных приставов по Югре. Сообщения о коррупционных проявлениях на телефон доверия управления пока не поступало.